Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня у меня будет два видео в одном. Мне жизненно необходим длинный лоток для цветов. Я его сейчас смастерю из вот этих двух контейнеров. Для того, чтобы провести свой эксперимент с пеларгониями, вот просто жизненно важно мне необходим такой вот длинный ящичек. И вы вскоре узнаете, зачем он мне понадобился. Так, и заодно сделаю видеообзор на клеевой пистолет.